Вот он, домик 555 Амалфи. Преимущество этого дома, конечно, что он одноэтажный. Гараж на 3 машины, плюс еще одно место для машины carport. Очень удобный driveway, то есть ты въезжаешь с одной стороны и выезжаешь с другой стороны. Окей. Такая зеленая улица. Так, это наш вход. Заходим в дом. У нас получается 3 спальни будут с левой стороны, то есть все 3 спальни, primary bedroom и 2 другие спальни. И одна спальня, либо офис, будет с правой стороны, где кухня. Итак, давайте посмотрим весь дом. С правой стороны у нас получается столовая. Здесь получается как family room с камином. Кухня. Хозяйка поменяла все appliances, то есть все новые они стоят, то есть никогда не пользовали. Но сами ящики, сами фасады оригинальные, потому что ее отец строил это сам своими руками, и для них они не хотели менять сами фасады кухни. Столешницы все новые. И в этой стороне у нас получается прачечная, то есть 2 машинки, машинки тоже новые. И вот отдельная комната, которую можно использовать под офис. И ванная комната. Ванная комната, все ванные комнаты были обновлены. Также здесь у нас получается гараж, этот carport. Гараж на 3 машины. Полностью поменяли полы. Выход на бассейн. Я вам сейчас отдельно его покажу. Так, а здесь living room. Огромный living room. Тоже с камином. Сейчас мы пойдем, выходим на задний двор. Есть где разбежаться. Смотрите, какая большая открытая поляна. Тишина. Если слышите, птички щебечут. Специальная сетка стоит для детей, чтобы дети не могли открыть. И бассейн. Бассейн тоже сделали, переделали все покрытие, то есть он чистый. Здесь небольшой джакузи. Агент говорит, что это солевой salt water pool. То есть не с хлоркой, а с солью. Это надо будет проверить. Опять же, обратите внимание, что соседей у нас вообще не видно из-за того, что сосажено все полностью деревьями. И опять же, большое преимущество этого дома
то, что он одноэтажный. То есть, вот как говорят, одноэтажная Америка. Вот. В этом считается весь кайф. Сейчас мы идем в сторону, где находятся основные спальни. То есть вот справа это получается главная спальня, primary. Walk-in closet. Ванная комната. То есть что-то оставили оригинальное, как, например, эту саму ванну, но поменяли столешницы, поменяли все смесители, сделали душевую кабину. И у мастер bedroom у нее есть выход сразу на задний дворик, собственный выход. Это еще дополнительная гардеробная. Кстати, отделана деревом сидр, чтобы не было моли и запаха. Так, итак, здесь у нас еще одна спальня. Везде деревянные полы, обратите внимание, по всему дому. Эта спальня выходит на сторону улицы. И здесь тоже, здесь ванная. Еще одна спальня, только здесь у нас получается душевая кабина. Здесь можно повесить зеркало. Это вот входная дверь такая. Ну, как вам данный домик, понравился? Вот такая вот недвижимость сдается в Лос-Анджелесе, либо Pacific Palisades, либо Брентвуд. Люди предпочитают, особенно сейчас, такие районы из-за того, что они достаточно далеко от города, и здесь как бы меньше трафика, меньше бомжей, соответственно, как бы предпочтение идет конкретно непосредственно вот данным районам, как Pacific Palisades, Brentwood, либо там Redondo Beach, Manhattan Beach, то есть более отдаленные районы. Ну и, соответственно, это одноэтажная Америка, это одноэтажные дома, которые пользуются преимуществом, среди местных американцев, ну и даже людей, которые приезжают из других штатов или из других стран.